Життя – це шлях для кожного свій. І з чого складається шлях тих, хто визначив для себе сенс буття? Чи може їхній приклад допомогти змінитися нам? Дізнайся, яким шляхом ідуть герої нашої програми, і ти зможеш іти своїм. Інший вимір звичайного. Віталій Василенко, головний лікар Запорізького наркологічного психотерапевтичного медичного центру лікаря Василенка. Лікар, психіатр, психотерапевт, нарколог вищої категорії. Спеціалізується на лікуванні та реабілітації людей з проблемами алкогольної, наркотичної та ігрової залежностей. Методика лікування, що застосовується в клініці Василенка, видається жорсткою, але визнана ефективною. Він – один з небагатьох лікарів, що дає 70% гарантію на свою роботу. Лікування наркоманії в центрі лікаря Василенка – це новий підхід до проблеми, де основне завдання – ліквідація у свідомості пацієнта будь-якого потягу до наркотичних засобів. Психологічне кодування включає в себе ряд процедур. Авторитарний гіпноз з формуванням у свідомості пацієнта болю та страху стосовно наркотиків. Очікування та уявного переживання стану власної смерті від них. Психоаналіз, психотренинг, психокорекцію. Використовується ряд інших процедур. Від електроконвульсійної терапії до лазерного очищення крові. Відбувається повне знищення наркоманського «я» і абсолютне оновлення особистості. Пацієнт Василенка ніколи, за жодних обставин не згадає після лікування, що таке наркоманський кайф. На його сеансах людина проходить всі ступені, які проходить наркоман, включаючи депресії та смертельний відчин. Це дуже серйозно. Його пацієнти ніколи не повертаються до вживання наркотиків. Народився 7 січня 1949 року у Казані, у творчій сім'ї. Батько був художником, мати – оперною співачкою. Його центр, створений 20 років тому, користується величезною популярністю не лише в Україні, а й в різних країнах світу. Останнім часом ним створений метод дистанційного онлайн-лікування – залежність. Здравствуйте, Виталий Иванович. Добрый день. Очень рада приветствовать вас в этой студии. Прежде всего скажу, потому что до сих пор здесь появлялись люди, которые живут действительно в другом измерении. Люди, которые не живут, живут не подчиняясь законам материального мира. Вы человек-представитель традиционной медицины. Классической медицины. Человек, который всю жизнь пытался разрушить эти рамки, которые задает традиционная медицина. Разрушить и, ну, как бы, по побуждению блага, да, то есть ваш метод, ваши результаты известны, наверное, ну, как бы, ну, не только в этой стране. Вопрос первый, с чего мне хотелось бы начать разговор с вами, это вопрос доминантным желанием стать врачом такого класса и представлять такой метод, это было детское желание? Откровенно говоря, я не в медицинской семье родился, и медиков потомственных не было никого. Чисто, может быть, случайно мне довелось встретиться с врачом, когда я в детстве сломал руку и проводили операцию, ну, проводили под местной анестезией, довольно болезненно. И ассистировал врач, ну, настолько это был, чувствовалось, что он сопереживает, сочувствует. И вот я тогда себе еще сказал, какая прекрасная специальность, вот можно другим помогать. И я пошел в медицину, хотя долгое время от колебания или музыка, или медицина. Ну, а само вот гипноз, это вы приходили уже в сознательном возрасте? Я в детстве, помню, я страшно увлекалась вот этими парапсихологическими, что можно было тогда в Советском Союзе вот прочитать об этом? Гипноз, казалось, что-то такое вот потрясающе заманчиво, манящее. Вот это было желание или это потом пришло? С детства я этим и увлекался, мне нравилось. Много читал, причем благодаря отцу он
привил, тогда сложно было прочитать какие-то или эзотерическую литературу, или психологию, но это или историческую, настоящую литературу. Вот он где-то доставал и привил мне любовь и к истории, и к таким понятиям, что такое жизнь, что такое Вселенная, что такое Бог. Хотя колебания между искусством, между медициной были долго в отношении того, что пришел к занятию гипнозом еще студентом. Я на курсы пошел психиатрии, где врачи, ну, советовали, у меня легко получалось это. И чем обусловлено это? Это должна быть определенная сила личности? Какие-то есть черты характера, которые предполагают то, что это будет легко получаться? Я считаю, что здесь что-то заложено, ну, я не знаю, может быть, от родителей, может быть, от Бога, возможно, но, по крайней мере, я еще в детстве чувствовал, что и видел, замечал, что иногда мои желания, вот убеждения, они звучат вот так авторитарно, хотя я никогда не был диктатором по характеру, никогда не пытался навязывать свою волю, но очень часто получалось так, что ну, то, что я хотел, то, о чем я говорил, мои друзья, знакомые выполняли. А когда уже был студентом и начали заниматься не просто психиатрией, там, гипнозом, но у меня получалось очень легко, очень быстро, и мне, ну, это нравилось, честно говоря. Не просто то, что ты владеешь, управляешь человеком, а каковы возможности, что можно сделать под гипнозом, каковы возможности человека, с которым ты занимаешься. Ну и постепенно это все набирало опыта и постепенно прогрессировало. И сейчас я считаю, что ну, возможности практически безграничны. Гипноза? Да. Человек в медитации поддается гипнозу? Поддается. Человек в состоянии медитации? Да, поддается. То есть не все, нет людей, не поддающихся гипнозу? Есть точка зрения, что 80%, 20% не гипнабельны все. Практически гипнабельны. Вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы ввести в трансовое состояние. И единственное... Человек, который находится в состоянии медитации, это уже трансовое состояние? Да, в трансовое состояние. Это уже трансовое состояние? Да. Медитация? Тогда, если находится в медитации, воздействие гипнозом и влияние гипнозом ну, намного упрощается. С точки зрения науки, где находится сознание человека, который находится в медитации, в трансовом состоянии, то есть в пограничном, его можно вот достать отсюда. Ну, гипноз это достаточно ну, как бы более, скажем так, простая схема воздействия на сознание, проще, чем медитация. Ну, или я ошибаюсь сейчас? Нет, не совсем. Я занимаюсь не классическим гипнозом, когда человек ну, за счет релаксации ты проводишь какое-то внушение. Тут настолько очень мощное, сильное воздействие, перенапряжение эмоциональное, перенапряжение физическое, перенапряжение духовное, что в какой-то момент действительно теряется контроль, полностью теряется контроль над собой, над своим телом, и реально можно также при медитации возвращаешь назад или продвигаешь регресс или прогресс по возрасту, можно так же, как при холотропном дыхании. Кстати, я применяю методы холотропного, управляемые, и на сеансах мои ученики применяются, читают холотропное, и вот это воздействие психологическое, суперстресс-шоковая терапия, о которой как раз ну, я и хотел рассказать. В отношении того, где сознание находится, в этот момент,
как раз, если говорить о глубинном «я», о подсознании, вот в этот момент как раз гипноз, гипнотизер и работает с этим глубинным «я», с подсознанием. Сознание в этот момент практически отсутствует, его нет. Но если говорить про медитацию, то ведь медицина не объяснила еще, что происходит на самом деле с человеком в медитации. Есть сугубо упрощенное, когда говорят о выделении определенных биохимических веществ. Есть предположения, которые говорят о том, что мозг находится в какой-то повышенной или пониженной биоэлектрической активности. Есть точка зрения, что наш мозг, по сути дела, это как приемник, который способен информацию извне принимать и уже трансформировать. То есть много точек зрения. Я больше склоняюсь к тому, что все-таки упрощенно смотреть на наш мозг не стоит в отношении то, что люди, которые находятся в состоянии медитации, транса, еще более глубокие, допустим, состояния клинической смерти. И мне лично один раз это необъяснимо с случайностью, но мне удалось увидеть, мне несколько раз были люди, которые в состоянии клинической смерти, большинство не описывали то, что описано у Моуди, но один пациент реально описал, причем это не его фантазии, он описал, будучи, остановка сердца была, и действительно его реанимировали, он описал полностью алгоритм, что происходило возле него в этой палате. Абсолютно все, даже мелочи, которые не должны бы быть, их он не мог угадать. И в то же время, наверное, вы знаете, уже много лет в одном из госпиталей в Штатах написаны какие-то слова, изречения, где может душа путешествовать и видеть, потому что обычно все описывают перед туннелем подъем, отделение от тела и подъем, полет вверх. Так вот, душа пока никто не смог прочитать. Это не значит о том, что это невозможно. Возможно, через какое-то время кто-то и сможет эти фразы, изречения прочитать. Ну, есть предположение о том, что и сон есть репетиция смерти, и медитация есть репетиция смерти, определенные ее виды. Но вот вам, вы встречали людей, на которых вы не можете воздействовать? Если человек активно сопротивляется, здесь можно просто повредить его здоровью, его психике. А вот те люди, которые мы называем, я не знаю, вот эти которых мы называем, может быть, просветленными или какие-то там достигших каких-то определенных результатов в духовных практиках люди, вам не встречались? Мне встречались, я общался с такими людьми, но дело в том, что в этом случае, как правило, воздействие и лечение гипнозом не требуется, не нуждается. То есть не пробовали. А если любопытство, не пробовали, никогда не интересно. Где сознание, где то сознание, которое уже не подвержено никакому внешнему влиянию? Вот какого его состояния? Я говорю откровенно, я не пробовал. С противоположной стороны тоже не было желания попробовать, что произойдет. Но ваш метод, вот мы заговорили с вами о смерти, и вот ваш метод, вы его называете лечением смертью, правильно? По крайней мере, говорят. Стресс – это как один из вариантов. Оно вообще многоплановое. Тут само по себе лечение описать одним словом, одним словом можно описать так, вводится в трансовое состояние. И тяжелое трансовое, то есть какое-то не в простое. Непростое. И потому что под гипнозом постгипнотическое внушение через какое-то время угасает. Вот месяц, и все, его не будет.
здесь, в этом состоянии, ну, предпсихотически, будем так говорить, на грани норма и психоз, это контролируемо. Потому что во время сеанса могут быть эпилептиформные приступы, это приступы, как при эпилепсии, могут быть сумеречные, это чисто психиатрический диагноз, могут быть какие-то другие, ну, это пограничные с психозом состояния, но это контролируется, и доводить до этого, ну, нельзя. Но самое ценное, что когда в предпсихотическом состоянии ты закладываешь вот эту доминанту внушения, допустим, наркотик, алкоголь, это не спасение от боли, а от боли. Человек испытывает при этом боль, возможно, во много раз сильнее, нежели боль при абстиненции, ломке. Наркотик – это не уход от реальности, это не счастье, это, наоборот, беда, горе, тоска, мучения. И это действительно реально очень быстро, когда наркоман или алкоголик приходит к тому, что он становится изгоем в одиночестве, и постоянно вот это чувство депрессии, тоски, постоянное чувство раскаяния, постоянное внутреннее терзание. И одновременно вот этот инстинкт самосохранения здесь подавляется. Каждый из нас знает, что есть смерть, но мы отгоняем эту мысль, и мы говорим себе, что смерть, возможно, с кем-то, но не со мной, не я умру. Так вот здесь закладывается, что наркотик, алкоголь есть сама смерть. Эта доминанта настолько стойкая, длительная, что мне приходилось через 9, через 10 лет, встречаясь с бывшими вот пациентами, иногда просто одно слово скажешь, и буквально вот эта реакция настолько иногда неприятная, выраженная, человек молниеносно теряет контроль над собой, ну и вот эта отрицательная, негативная реакция, потому что сопряжено только с негативом, сопряжено только с чувством паники, ужаса, ненависти, страха, боли, страдания. Само слово наркотик, само слово алкоголь, само понятие спиртное или наркотическое вещество. Но вы же все равно берете в работу только людей, которые сами согласны, правильно? Да. То есть элемент, то есть внушение выглядит достаточно жестко. Ну, тот метод, который вы излагаете, он достаточно жесткий. Элемент насилия в нем безусловен. Можно, но я могу перебью вас. Не все употребляющие наркотик, алкоголь делают для себя выбор жить в трезвом реальном мире. Но в то же время многие приезжают, колеблясь, не веря, но иногда достаточно просто беседы с пациентами, которые пролечились. Я иногда не трачу силы, чтобы убеждать, что я вот тебе сделаю, я помогу. Поговори, реально, вот результат. И человек начинает, может быть, не веря, сомневаясь. Мне, кстати, это очень нравится, когда человек скептически, критически относится, чтобы не просто плывет по течению тебе навстречу, и очень легко. Когда человек действительно сопротивляется внутренне, раздумывает, колеблется, и не просто сломать, а добиться того, что ты убеждаешь, наркотик – это зло, алкоголь – это беда, горе. Беда не для того, что каждый, если в изоляции живет, ну, каждый имеет выбор, хочешь – убивай себя наркотиком, хочешь – алкоголем, но самое страшное, живут-то среди людей. И я в свое время, вы задавали вопрос, болезнью называете. Я как-то задумывался, любая болезнь всегда требует и всегда вызывает сочувствие у близких. Всегда жалость. Даже болезнь, которая внешне неприятно выглядит, даже болезнь, которая приводит к каким-то неудобствам, всегда жалко, всегда сочувствуешь. Это сложно поверить, но вот я работаю с наркоманами, родители, у меня умирали наркоманы, много. И ни одна мама не прокляла, ни один отец не сказал, что же вы наделали. Наоборот, ну, это дико звучит, но слова утешения. Примерно такие слова, что лучше он умер, чем
продолжал бы употреблять наркотик. Поэтому я про себя думал. И слово «болезнь» – это всегда участие, всегда жалость. А коль родные уже доведены до отчаяния, уже не испытывают этого чувства, уже мысленно смиряются с тем, что придется хоронить, это ненормально, конечно, то это не болезнь. Я для себя назвал, и больным так называю, говорю, это рак души. Метод, которым вы говорите сейчас, то есть, я так понимаю, что следующая ступень – это развитие вашего метода, то, что вы сейчас собираетесь сделать дистанционное воздействие. Да. Я пришел к этому, потому что вот сейчас из-за того, что страна в состоянии войны, никакой будем говорить так, да. Да. И раньше у меня были в основном ориентированы, я был на пациентов Россия, ближнее и дальнее зарубежье. Более того, были пациенты с переводчиками, так называемое невербальное воздействие. Пациент, не зная языка, переводчик ключевые какие-то слова там переводит, синхронный перевод там нереален, потому что тут импровизация, и тут не знаешь, о чем будешь говорить. Примерно как канва, план какой-то есть, но тут в зависимости от зала, зал реагирует, ты точно так же реагируешь, ученики ходят, точно так же реагируют, и только ключевые слова переводчица говорит, но пациент, иностранец, который, не зная ни единого слова, входит в транс, я с ним молниеносный гипноз провожу, там, допустим, отдельно, без слов, и результаты, по крайней мере, это сарафанное радио, цепочка, которая постоянно тянулась. Были передачи, я знаю, в Германии, в Греции, не я их спонсировал, не я их предлагал, сами пациенты, их родители делали эти передачи в Израиле. Сейчас практически единицы боятся. И я, украинцы, у меня было меньше, кстати, процентном отношении, чем иностранцев. Примерно 30% Украина, а в основном были иностранцы. Сейчас, учитывая то, что катастрофически бедный, нищий народ, я раньше брал социальных пациентов бесплатно, сейчас я просто этого не могу сделать. А вот этот проект дистанционного лечения, это с целью: вы не имеете возможности приехать сюда, у вас, допустим, нет тех денег, вы боитесь, мы идем к вам, но для этого вы точно так же, как и здесь, рассчитываете на месяц, месяц лечения, месяц работы, месяц работы с психологами, терапевты, консультации и одновременно вот это сеансы, которые проводятся в группе, группа, допустим, 30 человек, расширяется на 100, на 200, на 300, но чтобы не было вот этих осложнений, побочных реакций, обязательно после сеанса остается в студии на протяжении часа, двух, один, два врача, которые должны снять, возможно, эти реакции, они могут быть. А вот вы 40 лет, вы сказали, занимаетесь гипнозом? Я 40 лет, да. А вы, вот вы были молодым человеком, который хотел там быть на сцене, играть, петь, да, вот вы же занимались творческими профессиями. И играл, и пел, и подрабатывал, и зарабатывал, и больше, чем врач, зарабатывал на музыке. А с тех пор, и вы стали заниматься вот этим, то есть гипноз все равно так или иначе, это насильственное какое-то степени воздействия, да, на человека. Вы сами поменялись за это время? Вот как вы поменялись? Я могу сказать, тот, кто проходит вот это воздействие гипнозом, меняется в лучшую сторону, становится более уверенным. Тот, кто проходит воздействие, пациент? Да, пациенты. Не только мы касаемся, допустим, наркотика, алкоголя, какие-то фобии, неврозы, а характер более уверен, более раскрепощенный, более смелый, более сильный. Вот
воздействие получается на его волю, а в то же время раскрываются более сильные характеры. У меня, я не стал, будучи молодым, это, иногда, я считаю, не совсем правильно, хотелось иногда как демонстрация, как эстрадный гипноз, вот это показать, можно сделать то. Иногда... Много можно сделать это? Очень много. Говорят, искушения очень велики. Говорят, что против воли, допустим, нельзя привести к самоубийству. Я реально могу сказать, я с этим в практике сталкивался. Просто, мне было до 30, и иногда просто для сотрудников, для тех, кто со мной работает, что-то показать было интересно, льстило самолюбию. И я хорошо помню пациента, который с алкоголизмом. Я ввел и постгипнотическое внушение, открыл глаза, он в трансе пошел, но он с открытыми глазами сужено, он видит, как в узком коридоре вот эта дорожка, куда прийти, и там было внушение, что сделать. Он шел как раз, мы все вышли на улицу, он шел через дорогу, и я увидел, что его чуть не сбила машина. Он шел, не реагировал на сигнал клаксона, ничего. Он просто шел, выполняя вот это внушение, установку. Поэтому его реально можно внушить. Выйди через окно, погуляй. Выйдет, погуляет, а если это пятый этаж, он разобьется. Вот эти примеры таких неожиданных самоубийств, когда выбрасываются из окна, я считаю, это реально можно сделать под гипнозом. Реально, под гипнотическое внушение. Скажите мне, вот ответственность, например, вы не ответили на вопрос, как изменились вы? Я изменился, стал, наверное, более добрее. И, да. Несмотря на то, что... А вот эта власть, которая, это ощущение власти, которое вы получаете? Нет, поначалу. Мне нравится добиваться того, что, допустим, другие не могут. Делать то, что у других не получается. Да, я в этом очень амбициозен, честолюбив, но в то же время я знаю, что, ломая психику, ты реально можешь, если человек не хочет, можно поломать, можно внушить, но можно спровоцировать развитие психоза тоже. Поэтому тут нужно быть очень щепетильным, порядочным, и, по крайней мере, думать не о себе, вот что я могу, какой я сильный. Врачам я, допустим, для того, чтобы они почувствовали уверенность, я говорю, вы делаете то, что другие не могут. Это же прекрасно. Это же сеансы сами по себе дают настолько ощущение эйфории, что ты буквально летаешь, хотя сеансы тяжелейшие. После этого не можешь уснуть, долго находишься в этом состоянии. Но в то же время такое ощущение, что ты добился, достиг, и это одна из слагаемых счастья. Даже то, что ты делаешь, то, что казалось невозможным, и хочется сделать еще что-то еще. Вы говорили в одном из интервью, или это ролик был, вы говорили о том, что приходит ощущение, что ты практически как Бог, что ты все можешь. Да, у меня одно время было такое чувство, это когда я занимался психосоматикой, что это такое, начинал к лечению наркозависимости, я пришел не сразу, потому что, как и все, я считал, что это неизлечимо, что это бесперспективно, что бессмысленно брать то, что не лечится. А до этого занимался психосоматикой, дети после ДЦП, пациенты после инсультов. И вот иногда действительно включаются резервы, поврежденные клетки остаются, но у нас столько много резервов. И иногда через нейроны совершенно другие пути, импульсы передаются и на мышцу, на руку, ногу. Человек начинает двигаться.
будучи калекой, будучи несостоятельным, будучи обузой для родных, двигается, может быть, не совсем так, как мы, несколько неуклюже, но отбрасывает палку, отбрасывает костыль, и даже иногда, ну, такое простое, ложку подносит сам ко рту, это для него чудо. И для меня до сих пор вот эти костыли, палочки, которые были оставлены в больнице, я считаю, что это самое большое достижение, потому что оно выглядит, да, как, ну, не ходячий начал ходить. Калека стал нормальным. Не совсем. Дальше потом оно будет прогрессировать. Это запускаются вот эти механизмы мощные. И практически человек, который был обузой, становится вполне самостоятельным. И обратного результата быть, то есть оно будет прогрессировать только, будет, оно будет. Не вернется обратно. И самое главное, человек, который внушаешь, ты, он убедился, у тебя получается. Получается, значит, получится дальше. Так это получается, что человек может сам с собой такое делать. Если реально, у него, в принципе, есть запас резервных, да, вот этих сил, то достать их, в принципе, в моей воле тогда получается. Согласен. Но должен кто-то, кто подтолкнет и покажет, а у тебя это получается. Давай, заставляй. А самосознание самого себя недостаточно? Недостаточно. Мешает критика, мешает скептическое отношение, мешает то, что этого не должно быть. Это же вопрос веры, это как хождение по воде, ну, ходить по воде, да, это вопрос, да, как веры. Вера хоть горчичное зерно, и, ну, как бы все просто, как Библия описана. Тут вопрос веры, возможно, ну, одна из важных слагаемых. Вера, человек поверил, что это реально, и то, что нематериально, становится материальным, реализуется. Поэтому те же внушения, по сути дела, ну, мысль, там иногда без слов состояние пациента улавливает, иногда слова не нужны. Иногда слова совершенно ни о чем, а человек входит в трансовое состояние и свои собственные переживания и избавляется от собственных страхов, от собственных комплексов. Но включаются вот эти мощные механизмы слова, становится материальным, желание становится реальностью. То есть, если вы работаете без слова, действуете силой мысли. Вот мы, собственно, и подходим к тому, что я хотела у вас спросить. Ведь на самом деле сейчас очень много существует теорий о том, что тяжелые формы рака, аутизма, ну, то есть очень там абсцессов определенных, того же СПИДа, что есть это все болезни, которые созданы нами самими, собственно, нашей силой мысли. Если это так, если предположить, что это так, то точно такой же там, выход, там же где и вход, да, то есть точно таким же способом можно, ну, их разрушить. Мы, ну, описано уже масса случаев, много случаев описывается, чудес чудодейственного, непонятное, неизвестно откуда взявшегося исцеления от рака, от СПИДа. Описано, да. Все это, я так понимаю, что механизмы нам пока неизвестны, официальная медицина. Дело в том, что этих случаев очень мало, но все эти случаи действительно надо... Очень мало мы знаем. У меня лично, только лично у меня, то есть вот в моем кругу это 3 человека, которые исцелились. Я тоже с этим сталкивался, но... Это, я же не знаю всех людей на Земле, я знаю там какое-то ограниченное количество людей. Но в то же время это по сравнению с тем, что хотелось бы, это действительно очень мало. Вот вы задали вопрос, считая себя чуть ли не Богом. У меня действительно был пациент, который, я реально не верю, что онкология может лечиться, и до сих пор я считаю, что онкологию нужно лечить онкологом. Но я видел у пациента чудесное исцеление, я увидел, я сам этому не мог поверить. Точно так же у меня был один, это реально подтверждено лабораторно, причем многократно, сам врач, бывший наркоман, который был носителем ВИЧ-носителем и даже уже переход к болезни, к СПИДу. И через какое-то время он к нам приезжал, не верили никто из нас, многократно на протяжении, по-моему, года и у себя в родном городе, и в Киев ездил, снят с учета, у него он вылечился. Это действительно спонтанное или чудесное исцеление, то, что происходит и описано, но исключительно редко, но происходит. То есть я исхожу из того, что болезни, вот вы говорите, мы болезни себе навязываем.
Да, некоторые болезни мы не навязываем, мы способствуем. Мы создаем их сами себе. Мы способствуем тому, что болезни могут появляться. Да, это реально. Иногда мысль, та же депрессия, те же навязчивые какие-то мысли могут привести к болезни. В то же время в отношении того же рака, онкологии, я вам как-то говорил, это как подсказка для человека, для врача, или продлить жизнь, потому что сама по себе клетка раковая, она уродится, но она бессмертна. Теломеры практически не исчезают, а там определенное количество делений происходит, и клетка погибает. Так вот, в этих атипичных клетках раковых это бессмертие есть. И тут как бы самим создателям вопрос, или как продлить, найти способ. Не та клетка, чтобы не убивала тебя, продлить жизнь, либо же, по крайней мере, вопрос не о бессмертии, а о продлении нескольких десятков лет. В отношении онкологии я все-таки считаю, что тут мы можем эмоционально можем способствовать появлению этих клеток, они всегда есть. Мы с ними справляемся, но вот когда какой-то сбой в иммунной системе, сбой в эмоциональной системе, вот тут и появляется вначале одна, которая... Взбесившаяся, да, условно говоря. Потом дает клон, и дальше уже организм перестает контролировать. То есть наступает момент, когда организм не подчиняет, а клетка подчиняет, и опухоль подчиняет организм полностью. А вы верующий человек? Верующий. Православный, воцерковленный, христианско верующий, или есть и я свое крещенный православие. Я прошел инициацию кришнаидов. Я был в Индии очень, мне интересен и близок, по крайней мере, буддизм, религии. Даже тот же индуизм тоже мне нравится как религия. У меня у самого отношение к религии, дело в том, что я очень много, мне нравится, я человек далекий, допустим, от физики, но мне нравится все то, что касается астрофизики, затем теории создания Вселенной, конец Вселенной. Особенно вот хорошо доступно пишет тот же Хокинг. И мне, не будучи физиком, это интересно, и до сих пор я с большим интересом, заинтересованностью это читаю. И моя точка зрения, что есть такое понятие, как душа, действительно есть, есть энергия, она бессмертна, она не исчезает, есть что-то, упрощенно мы называем Богом, но есть высший Творец, который, по крайней мере, само происхождение жизни, само возникновение жизни удивительно, но я не согласен с Дарвином, что мы от обезьяны, вы точно так же с этим не согласен. Промежуточного звена нет совершенно. И теория, то, что вот панспермия – это старая-старая теория, что извне занесена жизнь. Но кем – вопрос. И если быть абсолютно физиком и атеистом, то некоторые пишут, что сама Вселенная предрасполагает возникновение материи и разумной жизни, потому что кирпичики, из которых состоит и должны составляться разумная жизнь, разум, есть во всей Вселенной. Но в то же время мы иногда настолько мало, плохо знаем себя, свой мозг, свои возможности. Вот то, о чем мы говорили, чудесное спонтанное исцеление. Спонтанное, допустим,
преодоление каких-то заболеваний. И это не вписывается в норму, и в то же время лишний раз доказывает, что мы используем мозг свой настолько мало, настолько... Да мы вообще о нем ничего не знаем. На самом деле ведь очень много... У меня тут было достаточно количество и разных людей, представителей разных религиозных течений, и духовных поисков, и эзотериков. И, как правило, ну, как бы все приходит к одному, что когда человек начинает заниматься вот духовными поисками какого-то характера, если он идет по правильному пути, идет это вот по зову души, не для там, в моды, не для... Вот сейчас это даже модно в какой-то степени. И что-то изменяется, такое мировоззрение, и постепенно в пазл этот становится ну, другим. Он как бы перескладывается в человеке. Очень многие вещи проходят тяжелые. Проходят тяжелые заболевания. То есть как бы, вот такое ощущение, что как бы, нечто высшее да, дает, как бы, вот, когда начинаешь развиваться в правильном направлении. Ну, это как мы ребенка. Да, раз нельзя, два нельзя, третий раз по заднице, четвертый раз уже там можем как бы, хорошо встряхнуть. Да? Вот когда человек встряхивает, и он начинает сам... Это все начинается с смены мировоззрения. Да, то есть не материалистической, той, которую нас учили в школе, а на что-то, когда человек начинает всматриваться, как устроен мир, когда ему начинает действительно это интересно, когда начинает как бы, просто больше делать благо, вот, хотя бы просто больше отдавать. Как правило, очень не обязательно он, когда кто чем страдает. Ведь на самом деле очень часто нас на духовный путь ставят, что страдание, боль, лишение, потери. То есть мы через это приходим. Да. У нас же как бы надо сначала хорошо кувалдой треснуть, для того, чтобы мы там прозрели. Но вот что-то происходит такое, что меняет полностью, видимо, вот человеческую вот природу внутри. Тогда проходят какие-то тяжелые заболевания. То есть суть все равно остается одна и та же. Все это в наших силах. В Библии Христос говорит, я Бог, и вы Боги. Все это в наших силах. Когда мы себя ведем, как ваши наркоманы, да, ваши пациенты, это взбесившаяся клетка, то есть, соответственно, что делает сонка? Убирают, да, отрезают, стараются удалить эту клетку, да. Правильно? Чтобы она не вызывала, как то, что вы говорите. Сама жизнь... Природа, она настолько разумна, она убивает в молодом возрасте, чтобы дальше не было других смертей. В отношении того, что мы действительно меняемся, проходя вот эти ну, какие-то духовные практики. Ну вы же вы искали, вы что-то, что как вот это есть, вы изменились сами? Что вас побудило? Вы же доктор, который может владеть вмешиваться в сознание. Что же вас побудило это искать? Вы же очень много могли сами без того. Дело в том, что... Какой был вопрос? Какой вы, что вы искали? Ну я всегда не воспринимал на веру то, что мне говорят. И даже до сих пор я не могу соглашаться, если большинство говорит, что вот это так, значит, это истина. Я с этим не согласен. Есть, правда, такие незыблемые каноны, постулаты, которые это плохо, это хорошо, это есть. То, что во всех религиях описано как заповеди, они, кстати, очень похожи и практически... Все религии признают... Все говорим об одном и том же. Да, об одном и том же. И в то же время я считаю, что через какое-то время человек будет немного другим. В отношении того, что вы сказали, отдавать, а не брать. Ну, я мало людей видел, но мне, например... Очень нравится, я испытываю чувство счастья, когда даю. Когда беру, это намного менее сильное чувство. В то же время, почему я к этому пришел? Потому что всегда хотелось что-то узнать. Слава Богу, что мне отец привил вот эту любознательность и... Отец религиозным был человеком или просто вот ищущим чем-то? Ищущим. Причем интересовался очень многим, будучи художником, он интересовался и искусством, и философией, и благодаря ему. И в то же время он был критически всегда настроен, в то же время, ну, в то время воспитывался и жил, это было очень сложно. Выпадал из сообщества. Я реально еще со школы тоже выпадал в
каком плане я не мог все воспринимать на веру, не хотел. Более того, не считал не всегда правильно поступать так, как поступают все. Я очень уважаю индивидуализм, уважаю свою точку зрения и у каждого. И мне более близок подход, когда каждый считает, что может достичь высот самых наивысших и самого большего в жизни. Можешь, напротив, поставить себе какую-то планку и быть где-то внизу. Все от тебя зависит. В то же время вот эти ступени, как на Востоке, что ты должен пройти ступени одна за другой. Это нужно, но мне менее близко вот по духу. Мне более близко по духу, что ты сам можешь быть Богом. Но вам действительно же очень многое дано, и вы можете очень влиять и на судьбы, и на сознание. И я так понимаю, что есть вещи, которые вы еще хотели бы сделать. Что, то есть вы сделали более чем достаточно, очень много сделали в своей жизни. И добра, хотел, и исследований. В свое время я очень сожалею, что я не занялся онкологией, честно. В наркологии я, вопреки мнению, пошел. Я добился. Я считаю, очень немного врачей, которые считают, что это лечится. Более того, я не демонизирую, не преувеличиваю, что это такое заболевание неизлечимое, реально излечимое. Просто когда мы говорили о том, эксперименты возможны или нет, я утверждаю и буду утверждать, что ни у кого из нас нет защиты от наркотика. Наркотик обманывает мозг очень быстро, выбора лишает. Выбор есть до того, взять, не взять, попробовать, не попробовать, экспериментировать или не надо. А дальше уже не будет выбора, дальше уже надо будет. Природа, мозг уже будет обманывать. Мы говорили об этом, но заставлять экспериментировать в этом направлении может только вот элементарно отсутствие какой-то элементарной внутренней дисциплины. Непонимание последствий, недостаточно осознанность или достаточно распущенность. Вы знаете, еще обычно же молодые дети, а там всегда любопытство, а там всегда быть взрослым желание, а там иногда вот такое чувство, как на меня посмотрят сверстники, я же не хочу быть, не все рождаются индивидуалистами. Большинство все-таки это, я говорю, стадо, коллектив. Но в понятии наркотик – это стадо. Когда попробовал… Знаете, я где-то прочитала хорошую фразу о том, что попробовать в жизни все обычно означает порно и наркотики, но не ядерную физику. Ребенка тогда лучше воспитывать в этом стаде или все-таки индивидуально? Ребенку, мое мнение, лучше… не реклама, не какие-то беседы, а организовать, в свое время психиатрию Бедлам, это известная английская с традицией истории клиника психиатрическая, были как экскурсии. Для чего там иногда любопытство, иногда посмотреть на этих умалишенных, на блаженных. Я почти всех своих знакомых, сотрудников попросил детей привести ко мне в центр, чтобы они просто посмотрели, воочию увидели. Когда человек начинает гнить, ощутили этот запах гнили, посмотрели на вот это тело, на глаза, на лица тупые, на разговоры. Посмотрели сеансы, иногда 2-3 раза увидеть воочию, это некрасиво, это отвратно. Это не счастье, это горе, это не свобода, ты в изоляции, ты в одиночестве, это не жизнь, это умирание, ты все равно умрешь. Молодым, посмотреть молодых. И очень хорошо, я понимаю, этические нормы не позволяют туда часто экскурсии, но я бы, например, показывал больше вот эти примеры, не кайф, не то, что эйфория, не то, что они находятся под воздействием,
а через какое-то время, что это такое ломка, что это такое, когда ты сходишь с ума, что это такое, когда у тебя хрониосепсис, что это такое, когда ты уже умираешь, когда тебя никто не может спасти, что это такое, когда тебе режут руку, ногу, потому что ты гниешь заживо, и возраст. Что еще хочется сделать в жизни? Ну, у меня сейчас увидеть еще одну внучку или внука, увидеть, я дедушка, но только у меня одна внучка. Хочется, не мыслю себя без работы, и не хочу просто отдыхать. Хочу быть в движении, но и в то же время хочется больше, больше вот этот проект, идея, это идея, как новая. Это не то, что вот Кашпировский эстрадный гипноз проводил, это совершенно новая идея, и почему она так с трудом идет, даже вот эти технические, со мной работают ребята-компьютерщики, для них они говорят, мы не знаем, где прочесть инструкции, где что, чтобы был эффект присутствия, чтобы действительно было вот зал, а мы к вам пришли туда, монитор, наушники, ну, за границей, там, через телевизор, через эти хорошие динамики. Мы очень хорошую аппаратуру, на будущее вообще хотелось, чтобы 3D-шлем, это уже полное, абсолютное присутствие в зале, но даже наушники, перед тобой монитор, потом глаза все равно закрываются, вначале ты смотришь, потом голос, главное добиться так, чтобы голос звучал точно так же, как в зале, точно так же. Вы долго практикуете, вы очень много видели. Я не знаю, удается ли сохранять интерес к людям еще после этого, после всего, что вы видели. Вы же видите вот все время эту теневую сторону. Я изнанку вижу, я вижу, обычно пишут у меня письма исповеди. Вот я мечтаю о том, о том. У меня несколько пациентов, которые мечтали стать миллионерами, они стали. Не воруя ничего, они добились многого. И у меня много или со спины снимается, или приезжает в гости, и вот смотреть, что это совершенно иное. Иногда приезжает с детворой, с женами, ну, это был не то, что ничтожество, его человеком назвать нельзя было, это изгой. И он смог склеить, собрать, и он действительно счастливый, и вокруг счастливый. Но это самое для меня, наверное, большая благодарность, что ты что-то даешь, что-то делаешь, ты возвращаешь к жизни. В целом, ну вот как вот так честно, вы удовлетворены результатом? Да. Я делаю то, что другие не могут. То есть вы счастливый человек? Я несчастлив в том, что я потерял. Но это как раз половина была. Это мне настолько повезло с женой. Это редко, я мало людей видел, сталкивался, когда вот настолько соединение, настолько сближение полное, абсолютное, и настолько для меня была катастрофа неожиданно, что ну, в расцвете сил человека не стало. И где-то вот для меня это до сих пор, хоть 8 лет прошло, я замену найти не хочу и не могу, и знаю, ее не будет. И это вот как раз то, что я говорю, надо познавать, и мы имеем счастье, но имеем потери. Мы видим рождение, видим смерть. Все только это и есть жизнь. Я воспринимаю, что это, конечно, плохая часть жизни, тяжелая для меня, но это жизнь. Но остались дети, осталась работа, вот то, где вы себя полностью реализуете, осталось вот это благо, которое через из вас исходит, которое вы помогаете людям, это очень много на самом деле. И, не, ради этого стоит и нужно жить. Человек, ну, как Бог, способен очень-очень многое сам для себя сделать. Иногда поиски спасения извне, они бессмысленны, бесплодные. Если ты сам не сказал, я этого хочу, я могу, я достоин, у меня получится. Вот очень хочется, чтобы каждый так считал, быть победителем, а не поверженным.
быть сильным, а не слабым. И если ты в это веришь, если ты убежден, если ты сам себе утверждаешь, это получится.